Всем привет, это распаковка для портала «Игры и игрушки», и сегодня у меня на столе многоцелевой прибор для выжигания от компании «Ракета». Здесь у меня 4 коробочки, 4 набора с разными темами. Первая коробочка – тема «Мир фэнтези», автомобили, животные и древние войны. Каждый набор содержит тематические картинки. Здесь у нас коробочка «Мир фэнтези», и картинки у нас будет «Огонь», «Сатир», «Русалка», «Укротительница». Рекомендуемый возраст для работы с этим прибором 7+. Давайте посмотрим коробочку. И с обратной стороны изображение тех картинок, которые мы с вами будем выжигать в этом наборе. Этот набор автомобили. Здесь у нас тягач, спорткар, мотоцикл и микроавтобус. Точно такой же набор, но содержит уже другие картинки. Вот такие автомобили и мотоцикл. Здесь у нас картинки по теме животные: лев, кабан, носорог и ягуар. И вот такие картинки можно получить. И последний набор — древние воины: самурай, греческий воин, московский воин и монгольский воин. И вот что у нас в итоге получится. Не так важно, какой набор вы выберете, потому что помимо того, что здесь нам предлагает производитель свои варианты картинок, вы все равно сможете сделать те, которые вы захотите сами. И давайте откроем и посмотрим, что же находится в этой коробочке. Наш набор содержит прибор для выжигания, 2 досточки, 4 эскиза и калька. В наборе у нас прибор для выжигания многоцелевой Enis V. Написано его соответствие и технические данные. В комплект входит листочек кальки, чтобы перевести рисунок, 2 доски, выжигать рисунок можно с двух сторон, и 4 картинки. Переводить рисунок на доску очень легко. Кладем сначала кальку черной стороной вниз, сверху листок с нужным рисунком и обводим контур карандашом или ручкой. Теперь достанем сам аппарат. У него есть 2 сменные насадки, и они навинчиваются на прибор. Провод тут достаточно длинный. И вот так выглядит аппарат. У него пластмассовая ручка и металлическая подставка. Давайте установим одну из насадок и попробуем легкий экспресс-рисунок сделать. С помощью прибора для выжигания можно создавать великолепные рисунки или гравюры на деревянной поверхности. Достаточно лишь нанести через кальку выбранный рисунок на поверхность, выбрать нужную насадку наконечник и начать выжигать. Используя различные насадки и наклоняя прибор под различными углами, можно достичь различных эффектов выжигания. Данный прибор является многоцелевым. Благодаря этому можно заниматься выжиганием по дереву или коже, изготавливать искусственные цветы и выполнять паяльные работы. При работе с прибором развивается усидчивость, аккуратность, воображение и раскрываются творческие способности. Обратите внимание, что замену насадок нужно проводить с использованием пассатижей. Будьте аккуратны при работе с этим аппаратом и соблюдайте меры безопасности. Не оставляйте без надзора включенный в сеть выжигатель. И не используйте инструмент с поврежденным шнуром питания. И на этом наш обзор закончен. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал «Клуб игры и игрушки». И творческого вам вдохновения. Всем пока-пока!